основные элементы те же, что и в кинском кумжеле. Абсолютно. The process of lace making there, and she said that she thinks there is a lot of in common in Vologda lace making and Finnish making. Если в Финляндии это хобби, то у нас производственная сфера. У нас, значит, это все кружево поставлено как бы в производственном отношении. Это сама жизнь. Там рукоделие женщин, а здесь вот заработная плата. So, she would like to notice that in Finland it's usually a hobby, but